Самаре на проспекте Кирова продолжается комплексный ремонт. Дорожные службы приводят в порядок участок проспекта Кирова от заводского шоссе до улицы Победы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Запланированный объем работы на всем отрезке улицы свыше 43 тысяч квадратных метров проезжей части и более 6 тысяч квадратных метров трамвайного межпутья. Для того, чтобы не мешать интенсивному дорожному трафику, работы выполняются в ночное время. Надо отметить, что в соответствии с национальным проектом предусматриваются новые асфальтобетонные смеси. Здесь впервые применена новая асфальтобетонная смесь, летая в трамвайных путях, которая более приспособлена к нагрузкам, к вибрациям и к износу стойка. На участке от Победы до Теннисной бригады срезали асфальтобетонное покрытие методом холодного фрезерования. Также отремонтировали трамвайное межпутье. Выполненная площадь работ превысила 4700 квадратных метров. Начинается с выноса отметок для того, чтобы устроить водоотведение. Производится фрезерование старого асфальтобетонного покрытия с помощью резцов. Она измельчает старое асфальтобетонное покрытие, и это все очищает дорожное покрытие и вывозится. В дальнейшем будет устроено покрытие из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуаров на площади более 10 тысяч квадратных метров, отремонтировать люки инженерных коммуникаций и многие другие работы. Уже отремонтирована большая часть трамвайного межпутья. Контроль за выполнением работ возложен на МБУ «Дорожное хозяйство». Специалисты работают в круглосуточном режиме. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.